Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1068. События дня. Римлянам 8:9. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. И 1 Коринфянам 6:19. Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, который имеете вы от Бога, и вы не свои? За 18 ноября 2018 года. И дальше объявление. Протормозите и просчитайте. Мир вам, Игнатий Тихонович. Очень нужен ваш совет. Я раньше ходила в местную греческую православную церковь, а теперь из-за раскола между русской православной церковью и греческой пришлось перейти в болгарскую православную церковь. Была на исповеди вчера в этой церкви, это в первый раз, и священник очень настаивал на том, чтобы я причастилась завтра в воскресенье. Если следовать канонам, меня надо отлучить от причастия на некоторое время. Поэтому я решила самовольно отлучить себя. Если я не подойду к причастию, то священник, конечно же, будет спрашивать, почему. Я уверена, что мое самовольное отлучение от причастия ему очень не понравится. Как объяснить ему, что по канонам я не могу причаститься в данный момент? Спасибо, Христос. Юлия. Я отвечаю. В прошлый раз я уже отвечал на все подобные вопросы. Посмотрите сами. Ответ мой был такой вот. Только по канонам поступать, а не слушать в данном случае беззаконника попа. Иначе вместе с ним будешь в аду. Готовьтесь к крещению, выходите соглашенными. Священнику покажите, что вы не должны причащаться. И этого твердо держитесь. Рахиль. Игнатий Тихонович, дорогой мой отец, все дела закончила, завтра выезжаю обратно домой в Алматы. Благодарю вас и Володю за молитвы, а мне спаси Христос. Вот один из Греции ко мне бьется и на разговоры. Вот все время не назначит время, не придет. Я через час буду, опять нету. Все, книги, все, я уже узнал, какие, все. Все, высылайте. Денег нету, не высылают. Ну, вот такое дело. Я говорю, прочитайте свой предыдущий. Это через час придете, а уже 3 дня прошло. Это же я вам вернул ваш ответ. Вы не пришли ни через час, ни через 2. И ни слова извинения. И это ваше пренебрежение собеседником уже не первое, которое подталкивает задуматься о своем несостоявшемся собеседнике. Что это? Насмешка? Сейчас же я вам ничего не ответил. У меня нет желания ждать снова вас, не дождавшись. И все, отошел. Дмитрий такой-то, по-гречески там написано. Ну, а мне говорят, это мусульманин вас драконит. Сергей. Дорогой мой отец Игнатий, мир вам. Надежде Володе и всем ближним. Только что позвонил по скайпу Василий Ивашин, баптист из США, и говорит, что он в молодости сначала был православным грешником, а потом его увлекли своим серьезным отношением к Библии баптиста. С последним он уже около года не контачит, и они уже не считают его своим. В православной вере он тянется, но его настораживает контраст между тем, что декларируется об истинности православной церкви и реальным положением дел. Так это и у баптистов мог увидеть, декларируется. Исключение составляет, по его словам, православная община в селе Потеряевке. Других таких церквей он не знает. Его несколько задело, что кто-то из наших мужей и братьев написал, что он сын дьявола. Такая оценка его скромной персоны не соответствует действительности, и за такими выражениями он видит его осуждение, что не должны делать православные христиане, если они считают себя просвещенными Словом Божьим. Мы просчитали-то как? Сказали, так-то Павел, там, Савл сказал Елиме Волхву. Может быть, не ему лично. Есть у него вопрос о клятве священника именем Бога при рукоположении. Я уже говорил об этом. Не должны клятвы нигде быть. Не противоречит ли это запрету Господа на клятву вообще и ряд других вопросов, которые бы он хотел тебе задать? Я уж отвечал все это.
Я дал ему адрес твоего скайпа. На этом все. Прошу твоих святых молитв, чтобы слова твоих проповедей об ответственности за порученное дело были для меня законом. Аминь. Одна пишет. Игнатий Тихонович, благодарю за ваше великодушие и возможность приехать к вам на крещение. Я буду надеяться, что милостью Божьей смогу его принять у вас. По поводу вашего разрешения, то если потребуется, могу написать коротко о себе и ответить на все вопросы. Курить я никогда не курила. С 2014 года веду уединенный образ жизни, читая духовные книги, слушая ролики в интернете, как писала ранее. Живу с матерью-инвалидом, стараюсь работать, хотя, учитывая, что мое собственное здоровье тоже не очень, то перебиваемся, чем придется, и подработки, и торговля, и помощь бизнесменам в оформлении документов. Мой отец подполковник, служил в вооруженных силах СССР, живет отдельно от нас на Кубани. Мать учительница музыки, больше никаких родственников у меня нет, братьев, сестер, детей и мужа. Есть только очень дальние отношения, с которыми практически отсутствуют. Я закончила Киевский торгово-экономический институт. Мой отец в то время проходил службу в Прикарпатском военном округе. В Санкт-Петербург вернулась с мамой в 1998 году. В Российской таможенной академии Санкт-Петербургский филиал имени Бобкова на базе высшего образования получила специальность по таможенному оформлению решением аттестационной комиссии Государственного таможенного комитета Российской Федерации представляется право совершать действия по таможенному оформлению от имени таможенного брокера. Квалификация. Специалист по таможенному оформлению второй категории. Поработала в этой области до 2010-го. Мама попала в реанимацию. И очень сожалею в том, что занималась этой деятельностью. Впрочем, и много другом, что было в моей жизни. Вот коротко о себе. Прилагаю фото. Прошу прощения, что платок не на голове. Это несколько лет назад, когда я еще не начала познавать Бога. Сейчас не фотографируюсь. Мира и добра, Ольга. Вот так. Вчера воскресный день был. Воскресный день, что? Литургия была, отец Аким здесь был. После этого сразу собрание. В конце дают мне слово. Руководит собранием Виктор Андреевич Яковлев, врач наш. После этого собрание закончилось, подготавливаются там к трапезе, мы домой пошли тут рядом. Они обедают там, завтракают и убирают со стола, и начинаются занятия полуторачасовые. Ну, после занятий вчера наши ходили там, Евангелие раздавали. Другие сестры посетили там, кого нету, почему их нету, какая причина. Это потом мне все сбойнет, я узнаю события, да и сам наблюдаю. День такой наполненный был, а уже в 6 часов Сергей Павлович противосектантские занятия повел. Вот такой прошел наш день. Показать наши ресурсы, люблю вот мой мир, вот где я в шапке, а где с голубем, там это просто дубль. Ленточка – это православный форум Игнатия Лапкина, 1607. И вот православный видеоканал «Открытым оком во свете Библии». Вот так. Ну и очень богатый ресурс – православный библейский сайт. Здесь вопросы и ответы. Вопросы вчера там были где-то по-разному. А вот эти вопросы, которые я говорю сейчас по-разному, это все в скайпе. И вот вопрос. Марина пишет к Игнатию Тихоновичу. У кого есть микрофон, прочитайте, пожалуйста. Если я правильно понимаю, то вы против того, чтобы много раз подряд произносить «Господи помилуй». Это вы имеете в виду во время моления? А Иисусова молитва в течение дня, постоянное ее произношение, тоже к этому относится? Или на другом это? Спаси Христос. Это одно и то же. Я считаю, больше трех раз и произносить не надо. Но мы 12-40 непрерывно.
Это неверие Богу. Вот. Еще раз стихотворение тут. Сейчас заговорили о десятине. И сразу выставлю мое стихотворение. Десятину Бог установил. Многим десятина неизвестна. Автор у нее Эммануил со священством повенчал невесту. Все, что удается нам добыть, с потом заработать, прикарманить, верные, свободные, рабы, обратите на нее внимание. Все обязаны святую десятину в церковь принести, отдать священству. А иначе Бог тебя покинет. Святотатцам нет пред Богом места. И против каждой строчки место Писания, подтверждающее эту мысль. Иегова обещает много с неба изобилие послать. Десятину не кради у Бога, милости получишь без числа. Так, а одна десятая всего, то, чего коснулись 10 пальцев, что отмерил разумом ногой и изначально к нашему прижалось, эту красоту излишек счастья Саваоф на время нам вручил осветить твое десятой частью, к милостыне с детства приучить. Не смотри, что в храме есть достаток, покорись смиренно перед словом, с наворованным и сон, с неворованным и сон с устатку сладок, послушание ляжет в изголовье. Десятина уберет торговлю, установит в храмах тишину. Приноси ее по доброй воле, приучи к тому детей, жену. Десятина – чудная картина, гармоничность, чинность, высота. Без нее мы все под карантином у разрушенного жадностью моста 26 июня 2003 года. Ну и тут дальше наши все разговаривают между собой. И вот на этом на сегодня все.